гости! Приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. В завершение как бы самой паровозной эпохи, представшей сегодня перед нами в образе живых горячих локомотивов Национальной коллекции России, мы приветствуем знаменитую победу. Пассажирский паровоз серии П-36. Самый популярный в мире советский паровоз. Проект его был создан в 1949 году под руководством конструкторов Коломенского завода Льва Лебедянского и Геннадия Жилина. Машинист Валерий Анатольевич Федоров. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.